Наконец-то я поиграю в свой любимый Майнкрафтик. Создать новый мир? Как мне назвать свой мир? Кажется, у меня появилась идея. Прямо как новый трек из альбома Моргенштерна. Нажимаем с вами кнопку «Создать новый мир». О, да! Я заспавнился прямо возле деревни. Ничего себе, вот это мне повезло, конечно. И для начала, для нашего выживания, нам нужно добыть... дерево? Это кто? Это корова? Что, простите? Это житель Фиксай? Погодите-ка. Эй, да ладно? Это житель... в одежде Фиксая. И он торгует палками. Фиксай, что с тобой стало? Так, подождите-ка. О, what? Это кто? Мне кажется, или эта курица похожа на ложку? Нет, 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 нет. Я не мог установить проклятый Майнкрафт. Такого просто не может быть. What? Я скачал проклятый Майнкрафт, где все мобы стали ютуберами. Если вы не хотите стать пиглином, обязательно поставьте свой лайк. Ну а если вы хоглин, то подпишитесь скорее на канал. Больше хоглинов на канале. Я еще сам не знаю, какие мобы стали какими ютуберами, но вы посмотрите! Это что, это свинюшка? Серьезно, это Евген, бро! Вот так вот, чуваки, играйте в Майнкрафт. И тут бац, все мобы становятся ютуберами. Что? Ты кто? Окей, чуваки, да, это выглядит очень странно. И это еще не самое странное, что вы увидите в сегодняшнем ролике. Итак, чуваки, для начала мне нужно залутаться, потому что сегодня я планирую пройти этот странный Майнкрафт. Да, елки-палки. Где-то здесь должен быть сундук. Никак не могу запомнить, где находятся сундуки. Смотрите, здесь просто пастбище ютуберов. Пастбище Аидов и Евгенов. А за ними приглядывает вот этот вот Фиксай. Интересно, меня сюда тоже добавили? Так, ладно, ребятки, я установлю респаун поинт сет. Давайте мы с вами добудем немножечко еды. Я как лошадь питаюсь сеном. Из сена можно сделать хлеб. А, это пшеница, точно. Один стак, ничего себе! Добудем с вами немножечко дерева. Как пройти Майнкрафт без дерева? Объясните мне. Ой-ой-ой, ведь скоро наступит ночь. А когда наступит ночь, все злобные мобы превратятся тоже в ютуберов, и мне придется сражаться против других ютуберов. Окей, чуваки, сейчас мы с вами скрафтим кирочку. Вот так вот. И мне даже на топорик осталось. Вы не против, если я у вас позаимствую здесь немного камня? Мне нужен камень, мне нужен булыжник. Ну а вы в конце этого ролика напишите, сколько ютуберов вы узнали за этот видос. А чё домик-то так далеко стоит? Что это за странная деревня такая? Она как-то очень странно заспавнилась. Ой, меня преследует Фиксай. Я слежу за тобой. Итак, что у нас в этом домике? В этом домике тоже ничего. Да елки-палки! Настало время добыть немножечко еды. Ах. Извините меня, ребята, если вы смотрите этот ролик, я действительно не хотел вас уничтожать. Ни в коем случае. Извини, Слава, извини, Аид. Евгены! Евгены! Меня окружают Евгены! Извините, ребята, еще раз извиняюсь. Мне кажется, что за каждое убийство мобов мне придется извиняться. Опа-на! Яблочки! Неплохо, картошечка. Наверное, какой-нибудь Евген здесь припас свои запасы. Ну а теперь на счет 3 я буду копать прямо под себя. Ведь сегодня я собираюсь полностью пройти Майнкрафт. И, конечно же, я люблю добывать булыжник. Как самый настоящий майнкрафтер. О! 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 Я нашел железо! Отлично, это хороший знак, это хороший знак! У меня нет дерева. Выкапываемся обратно. Чё смотришь? Я облажался. Сырое мясо! Как это вкусно! Обожаю есть сырое мясо! О, да! О, да! Надеюсь, я не отравлюсь. 4 дерева есть! Возвращаемся обратно к нашей сокровищнице железа. Я спидранер! Я спидранер! Я вернулся за тобой, железо. Верстак ставим сюда. Делаем с вами каменную кирочку и спокойно можем добывать наше железо, потому что оно нам сегодня пригодится. Нам нужно будет скрафтить ведра для того, чтобы сделать портал в ад. Также нам нужен будет 100% железный меч. Ну и в общем все, мое копание в шахте завершилось. О нет, 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 наступает закат, это не есть хорошо. Скоро враждебные мобы выйдут наружу. Так, чуваки, мы с вами должны быстренько скрафтить печечку. Сейчас мы спокойно с вами переплавим все ресурсы, все будет хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. Здесь никого нет. Поблизости никого нет.
Меня никто не убьет. Здесь то, что нет никаких криперов. Это что такое? Это белый паук. О нет, чуваки, кажется, это Лил Памп. Это кто заспавнился? Что это? Это крипер? Быстрее плавься. Всего лишь два, серьезно. Мне этого ни на что не хватит. Ладно, зато я смогу себе скрафтить сейчас меч, который меня точно сегодня спасет. Так. Давайте мы с вами попытаемся убить этого ютубера. Блин, это звучит очень крипово, я прекрасно понимаю. Кто это? Это тоже какой-то майнкрафтер. Нет, он взорвался! Нет! На меня идет фиксплей в трусах! Что происходит? Я тебя скину в воду! Фу, я его убил. Там компот сидит верхом на пауке! Что? Так, давай, иди сюда! О! Ничего себе, он дамажит! Так, я их должен вырубить! О, нет! Сейчас взорвется майнкрафтер! Нет! Иди-ка ты в баню! Меня со всех сторон окружают! У меня стрелы в ноге! Как мне выжить? Аид, спаси! Где твой алмазный меч? Я его не вижу! Не смотри на меня так! Я тебя сегодня не спасу! Мне бы самому спастись в этом проклятом мире! Все, железо мы с вами доплавили, давайте... Напоследок мясцо. А, стоп, зачем я мясо готовлю, если я мог сделать себе хлеб? Подождите-ка. Крафтим с вами ведро, потому что оно нам пригодится для воды. Ну что ж, отправляемся с вами на поиски портала, лавы, чего угодно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чувак, ты очень страшно выглядишь. Это, кажется, Shadow Priest. Так, подкрепимся. А, по мне стреляют! Нет, не попадешь. Ха-ха! О, это кто такие? Это курицы! Это лол-ложки. Дратуйте. О май гад, ребята, знаете, кто курица? Я ошибся! Курица это Куплинов! В смысле? Какой это Куплинов? Я только что прочитал, это же... Он вообще не похож на курицу! Разве у курицы есть борода? Это тебе за троллинги. Получай. Ну что ж, продолжаем наш путь! Ой-ой-ой. О май гад. Там Эндермен! Эндермен это Эдисон! Ой. Пока я нахожусь в воде, я буду в безопасности. Эндермен меня не убьет! Эдисон, успокойся! Что происходит? Он пытается меня обойти. Блин, это очень крипово! Когда он так бегает в темноте, мне страшно! Мне не по себе! Ну, хватит! Отстаньте от меня, пожалуйста, не убивайте меня. Мне нужно подхилиться, просто немножечко подхилиться. Меня сейчас убьют. Меня убили. О, дратуйте. Ну ладно, все по новой. Фу, сейчас я просто спокойненько добуду себе угля. Я нашел свои вещи. О, еще железо. Замечательно. Вот с этим я как раз и отправлюсь в ад. Как же много у меня железа. Хоть кто-то здесь нормальный. Ребята, я только что нашел вот такое вот озеро лавы. Водопад из лавы. И для того, чтобы нам скрафтить портал в ад, нам потребуется второе ведро воды. Не спрашивайте зачем. Просто нужно. Итак, мы с вами сейчас сделаем вот такое вот озеро. Показываю лайфхаки от сливки шоу. Раз, два, вуаля, вечный источник готов. Берем с вами ведро воды, выливаем вот сюда. Нет! Это должно было не так работать. Почему получается булыжник? Мне нужно, чтобы получился обсидиан. Как мне это сделать? Точно! У меня есть идея. Нам нужно с вами черпнуть немного лавы. Но как нам это сделать? Вы видели такие лайфхаки? Я как человек-паук ползаю по стенам. Нам нужно просто отсюда черпнуть немножечко, совсем чуть-чуть лавы. О, да! Готово! Дело в шляпе. Спускаемся с вами вниз. Получилось! Я сделал один блок обсидиана! Черт! Моя тактика не работает. Мне придется сейчас искать другой портал. Другой способ попасть в ад. О май гад, золото! Железный нагрудник, шлем! И еще железо! Яблочко. Ну что ж, теперь я точно готов отправиться в ад. Я нашел целое озеро лавы! Так, ну и сейчас будем с вами тестировать. Раз, два... Сейчас я это сделаю, чуваки! Промазал. Вот же ж, блинский. Ничего, попыток у меня будет еще очень и очень много. Я впервые в жизни крафчу таким образом портал, чтобы вы понимали. Да елки! Ну что ж, я думаю, что где-то минут через 30 мне удастся все-таки скрафтить портал. Пожелайте мне удачи.
Итак, ребята, показываю вам один очень интересный лайфхак. Мы с вами ставим здесь несколько деревяшечек, выливаем сюда лаву. Нет, не сюда. Наверное, вот сюда выливаем лаву. Давай, лава, скрафти мне портал. Мне нужно, чтобы дощечка сгорела. А, почему все так сложно? О-о-о-о-о! Сейчас зажгется. Давай, 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 давай. Григорий, ясно? Чтобы не погасло. Давай. На портал, вот сюда. Получится или не получится? Да елки-палки! Что за танцы с бубном? Окей, по щелчку пальца я скрафчу зажигалку. И найду кремень, но вы этого не увидите. О, нет. Я опять вижу Эдисона. Пока что он мой главный враг. В Майнкрафте, конечно же. Нет! Да нет! Нет, 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 нет! Не подходи! Все будет хорошо. Оп! Сейчас он отправится в ад! Отправляйся в ад, чудовище! Эй, почему он не телепортируется? Ты же должен телепортироваться. Давай, давай, давай на меня. Поближе. Ой-ой-ой-ой. Опа! Так, еще пару ударов, и ему конец. Но он боится водички. Я... Черт! Как хорошо, что я установил спаунпоинт. Я только что об этом вспомнил. Черт, я думал, что я уже потерял все свои вещи. Это было бы очень тупо, если бы я сейчас все потерял. Так, вроде ничего не забыл. Все, ребята, срочно отправляемся с вами в ад. О май гад. Все, я в аду. Да, здесь будет побезопаснее, чем в реальном мире. В аду безопаснее, чем в реальном мире. Конечно, конечно, Пози. Ну что ж, нам нужно найти теперь адскую крепость. Либо же логово пиглинов. Где вы? Пиглины! Так, ладно, ребята, я точно знаю, что они любят трейдиться. Это те самые создания, для которых мы как раз-таки добываем с вами золото. Смотрите, 28 самородков, ничего себе. Еще золото. Пока что здесь все мобы обычные, вы заметили это? Свинозомби выглядят нормально. Странно, я думал, что свинозомби тоже будут какими-то ютуберами. Фух, прыжок. Верки, сердюшки! Ай! Я споткнулся, извините. О, да, ребятки, я нашел лес, я нашел лес. Итак, ребята, крафтим с вами верстак. И сейчас мы все наши наггетсы должны переработать. Отлично! Сейчас я сделаю себе сапоги, они меня не тронут. Это же вроде так работает, да? Эй, пиглины, вы мне нужны. Я вас не собираюсь убивать. Я их даже не слышу. Их поблизости вроде бы нету. Да как так-то? Я попал в лес, их же здесь должна быть целая толпа. Но где они? Может быть, их убили Эдисоны? Зоэта, я люблю Зоэта. Я попал в какое-то проклятое место. Ладно, отправляемся на поиски пиглинов. Куда они убежали? А вот они. Стоп! Они выглядят как-то очень необычно. Мне кажется, или эти пиглины мне кого-то напоминают. Хватайте золото, дайте мне эндер-жемчуг. Ой, что это? Ты мне дал кварц. Мне не нужен кварц. На, возьми эту штучку. Может быть, ты мне дашь что-то полезное? Что ты мне дашь? Ее забрал, и мне ничего не даешь взамен? Вот так вот, ребята, и живем. Дай мне эндер-жемчуг. О, обсидиан. То, что нужно, конечно. На, держи сразу много золота. Я знаю, ты любишь золото. Опять обсидиан. Вообще-то это нечестный обмен. Тебе так не кажется? Кожа, конечно, кожа. Я ведь сюда пришел за кожей. Ладно, я попытаюсь найти эндер-крепость. Вы видите это? Это огромная летающая голова. Опа, получай в обратку. Стоп, это же мистер Хелт. Воу-воу-воу-воу-воу. Уворачиваемся. Давай, ты по мне так просто не попадешь. Я не смог отбить. Давай-давай на меня. Опа, в обраточку. Давай, 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 стреляй по мне. Я тебя не боюсь, я умею отражать твои удары. Окей, летающая голова ютубера, это очень странно. Давайте-ка мы с вами уйдем опять подальше. Вроде он меня больше не преследует, хотя... Огромная прыгающая голова. Это, вероятнее всего, магма-куб. Ребят, что это за ютубер? Понятия не имею, но лучше к нему не подходить близко. Магма-кубы очень опасные. Что это, кстати, за биом? Я здесь вообще впервые, честно вам признаюсь. О-о-о, адская крепость! Да-да-да-да-да-да-да-да! Я нашел ее, я нашел! Сейчас мы с вами подойдем по ближе к этой адской крепости. И посмотрим, что мы с вами нашли. Так, показываю вам трюк, чуваки. Раз, два, три. Вау! Вы видели такой паркур? Я сам, если честно, в шоке. Ифрит! Стоп! Это Кейн! О, нет! Ифриты тоже изменены! Допрыгнул? Ну что, я пришел по твою голову, Ифрит. Сейчас мы с вами аккуратненько заберемся. Я прям возле спавнера их, походу. Так, ребята, засейвимся с вами немного. Черт, я в ловушке. И что мне теперь делать? Как мне отсюда выбраться живым? А, слушайте, у меня есть план. Вот здесь они будут спавниться. Опа, получай.
Да, я так по одному удару их буду убивать. Получай. А! Пожалуйста. Я не сгорю, я не сгорю. Мамочки, у меня полтора сердечка осталось. Что мне делать? Как мне спастись? Их там очень много. Их тут тысячи. Тушись. Так, дайте-ка я спавнер их сломаю. Вот так вот. Фух, все, больше они не заспавнятся. Пополняем наши запасы хлебушка. Ну все, один из хлеба. Ну что ж, чуваки, сейчас или никогда. Оп, выбираемся. Если что, у меня есть спавнпоинт. Ух ты, ух ты. Сколько вас здесь? Почему свинозомби сюда пришел? Я могу по нему случайно попасть, и все, и мне конец. А, получай. Давай, 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 давай. Фух, я его убил. Я сейчас сгорю. Бежим. Ой. Кто это там стоит? Кто это? Это Делерон? Серьезно? Делерон и сушитель? Ладно, ребята, двигаем с вами дальше. Ух ты! Ух ты! Сколько вас здесь? Тут еще и компоты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, ребята, дела очень плохи. Чтобы вы понимали, я отсюда явно не выберусь живым. Получи! Получи! Убил раз. Оп, увернулся. Два, три, четыре, пять. Оп. Фу! Я их вырубил. Так, ломаем спавнер. Отлично. Одна палочка. Я добыл всего лишь одну палочку. Все мои вещи сгорели. Придется все заново. Так, хватаю. Убежал. Сейчас я нахожусь в бастионе, чуваки. Они собираются меня убить. Ой, извини, извини, извини. Только не свино-зомби. Плохая попытка. О май гад, 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 о май гад. Все, что мог, схватил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шиш! Вот это я понимаю лут. Оу, шиш. Нет, не подходи. Тебе конец. Не по... Знаете, что я понял? Что я просто ненавижу ад в Майнкрафте. Давай ко мне, иди сюда. Отлично. Чуваки, мы с вами уже почти возле Эндер-крепости. Вы не представляете, как долго я находился в аду. Да иди ты в баню, ты меня уже не испугаешь, честное слово. Так, 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 оно где-то здесь. О, о! Оно под землю улетело! Нет, 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 нет! Я не могу его потерять! Нет, нет, пожалуйста, нет, только не это. Очень надеюсь на то, что мне хватит моих глаз Эндера. Потому что шансов у меня больше не будет. Я не вернусь в этот ад. Запомните мои слова. Ад в Майнкрафте полный отстой. Копаем с вами до Эндер-крепости. Мне интересно узнать, как будет выглядеть Эндер-дракон. Ой. Слушайте, я, видимо, куда-то не туда попал, да? Ой-ой-ой, надеюсь, глаза сейчас просто так не потеряю. У меня больше не будет попыток. Опа, эндер-жемчуг. Опа, фикс-плей. Иди сюда, получай. Честно говоря, я даже не знаю, где мне найти этот портал. Здесь крепость какая-то странная. Смотрите, как она крипово... Ух ты, это что было? Это откуда? Алмазы! Я нашел алмазы! Я нашел алмазы! Я нашел алмазы! Ой, у меня нет места в инвентаре. 5 алмазов! Просто шик-блеск! Капец, сколько же у меня всякого говна в сумке. И где же может быть этот портал? Даже не знаю, может быть там? На той половине? О, да, это самая странная крепость, которую я встречал. Мне кажется, что я уже очень близок. Опа! О, да! Чешуйницы, ну конечно! Так, ломаем спавнер чешуйниц. Фух! На счет 3 мы с вами узнаем, сколько глаз нам потребуется. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! О-хо-хо-хо! Чуваки, мне просто сказочно повезло. Мне просто сказочно повезло. Итак, ребятки, мы сейчас с вами прыгаем в портал и... Да, мы это сделали. За такое нужно обязательно поставить лайкос под этим видосом. О, да я даже заспавнился в очень удобном месте. Офигеть, офигешеньки. Боюсь себе сейчас представить, как будет выглядеть босс. Как будет выглядеть эндер-дракон. Ребята, вы готовы? Сейчас мы с вами увидим его. Так, где башни? Ага, вот они башни. Что? Эндер-дракон красный? Вы видели это? Чё? Стоп! Это же Демастер! Нет! Что происходит? What? Ой, 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 ой. Ладно, 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 Эдисон. Я пошутил. Не надо на меня так нападать из-под тишка. Сносим с вами кристалл. Отлично, один есть. О!
Ладно, хорошо, что у меня есть спаунпоинт. У, ребята, я этот ролик уже записываю несколько часов. И я так просто не сдамся. Так, так, так. Я не вижу. Я ничего не вижу. Я не смотрю на эндерменов. Не смотрю. Не смотрю на Эдисонов. Зачем я алмазы добыл? Ой, не смотрю, не смотрю, не смотрю. Сейчас мы с вами снесем вон тот кристаллик. Какой я меткий стрелок, чуваки. Я сам офигеваю, если честно. Ребята, это просто финишная прямая. Сейчас мы завалим босса. Я хочу запульнуть по этому кристаллу издалека, чтобы он меня сейчас не убил. Так. Ай. Все равно задамажил. Натягиваем тетиву. Выстрел. Я промазал. Давайте вот так вот повыше немного. Докину, докину, докину. Нет! Шиш! Сколько раз я умер за этот ролик, напишите в комменты. Вот он, демастер. Красный демон, который просто вращается на месте. Что это с ним? Это он приземляется так? Я никогда не видел более странного эндердракона. Ломайся. О, да! К следующему! Сейчас мы с вами завалим главного босса ютубера. Ой, ой. Либо меня завалят. Сколько их там, посмотрите! Они меня, кажется, замечают. Ой, надеюсь, они наверх не заберутся. Уничтожаем с вами кристалл. И все, ребятки, последний кристаллик остался. У меня почти не осталось еды, у меня осталось всего лишь одно яблоко. Последний удар. О, у меня сердечко! Ребята, 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 сейчас будет самое интересное. Мы должны бить ему прямо по голове. Давай, 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 давай. Получай! Ай! Больно? О, о, о! Хорошо надамажил! Очень хорошо надамажил! Очень хорошо надамажил! Так, главное, чтобы он на меня сейчас не летел. Стой на месте, братишка. Да, 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 да. О, да, о, да, я тебя почти убил. А-а-а! Он меня откинул. Вот же шиш! Дубль номер 500. Мне кажется, или у меня с каждым разом ресурсов все меньше и меньше. Приземляйся, дружище. Демастер, извини. А-а-а! Нифига себе, он меня откинул. Блин, к нему лучше сбоку подходить. На, на, на. Давай, 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 давай. Чем больше урон нанесем, тем будет лучше. Мы все просрали за нашу игру. Давай, Дэм, приземляйся. О да, о да, о да, о да, о да, о да. Вот сейчас-то я его и убью. На, на, на. На! Давай, 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 давай! Пару ударов осталось! Ребята, я нашел палку! Так, 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 так. Мы сейчас с вами, знаете, что скрафтим? Алмазный меч. И мы с вами его убьем алмазным мечом. Извини, братишка, но сейчас тебе придет конец. Я пришел сюда по твою душу. И теперь ты меня точно не убьешь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять! Да! Да! Мы убили демастера! Фу, мы с вами это сделали. Мы с вами прошли Майнкрафт против ютуберов. Оу, щищ. Прыгаем с вами в измерение. О, да. Мы с вами это сделали. Пройти Майнкрафт до сложности ютубер. Ну что ж, чуваки, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если вы хотите больше подобных видосов, обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте покупать мой мерч по ссылке в описании под этим видео. Фу, ребятки, это было действительно хардкорно. Ну что ж, увидимся с вами в следующих видео. С вами был Пози, всем адьос.